Ревность, хорошо это или плохо? Ну, вроде бы считается отрицательным качеством, да? Но если тебя не ревнуют, то ты вроде как и ценности не представляешь. И часто ревность является демонстрацией или доказательством того, что человек к вам испытывает чувства. Да? Поэтому, с одной стороны, ревность – это то, что оскорбляет, оно может оскорбить. Потому что если ты не даешь поводов, а тебя ревнуют, это оскорбительно. С другой стороны, ревность может быть разрушительна, потому что если человек эту ревность испытывает, он может, там, сказать, навредить тебе, прямо реально навредить. В общем, сколько, я прошу прощения, супружеских убийств случалось на этой почве, это действительно опасная штука. Но с другой стороны, если ревность это такая превращается в часть игры в отношениях, в часть такого обмена чувственными флюидами и не заходит дальше, то она, в общем, вещь вполне хороший афродизиак для любовных отношений. Ну, а вы что думаете про ревность? Поделитесь в комментариях.